Цены на молочную продукцию в регионе стали фиксированными. С 1 июля в розницу нельзя продавать сметану, сливки, масло, молоко, кефир, бифидок, снежок и йогурт по цене выше установленной. Это новшество касается только продукции Ненецкой агропромышленной компании. Однако остальные поставщики подтянутся, уверены в управлении АПК и торговли. Таким образом, молоко в магазинах будет стоить не более 50 рублей за литр. Еще 100 будет получать Ненецкая агропромышленная компания. Предельная цена масла составит 400 рублей за килограмм, а 2500 доплатит бюджет. Сметана и сливки будут стоить 200 и 250 рублей. Остальное покроют налогоплательщики. За нарушение установленной цены магазинам и розничным сетям грозит немедленное расторжение договора. С 1 июля прошлого года мы реализовываем по цене его 43 рубля в торговлю. Торговля делает накрутку, и больше 50 рублей никто его продать не может. Если факты есть, то есть мы обязаны сразу по договору прекратить оплату. Осталось привести в соответствие цены для бюджетных организаций. В дополнение к субсидированию розницы нужно добавлять такую же сумму для закупок молочки в детские сады и школы. В управлении АПК уверены, что остальные поставщики тоже подтянутся. Поставщики другой продукции вынуждены будут тоже фиксировать свои цены, снижать их и так далее. И, безусловно, прежде всего, это то, что мы, вот наше молочное животноводство, вот именно вводим стимул на увеличение производства молочной продукции.